Потребительский рынок курорта стабильный, отличается высокой степенью насыщения товарами и положительной динамикой. Специалисты Управления торговли потребительского рынка проводят мониторинг предприятий, работу с должниками по налогам и сборам, разрабатывают и принимают меры по недопущению случаев преднамеренного банкротства. Благодаря добросовестному труду работников наша отрасль стала одним из лучших и ведущих секторов экономики края. Прогрессивные формы торговли – это результат огромной, высокопрофессиональной работы тех, кто задействован в этой отрасли. На курорте 18 тысяч специалистов потребительской сферы. Контролируют товарооборот, который, по данным статистики, составляет более 16 миллиардов рублей. Успешное развитие торговой сети курорта достигнуто за счет прогрессивных форм обслуживания. Специалисты работают с предприятиями оптовой и розничной торговли, ярмарками, торговыми центрами, комплексами. На курорте работают 3920 объектов. Решается одна из наиболее важных задач нашей сферы – это удовлетворение населения и гостей нашего города-курорта в услугах и товарах. К услугам жителей и гостей города все, что можно купить. Разнообразие товаров на полках магазинов, промышленных, продуктовых – заслуга специалистов потребительского рынка. Примите слова благодарности за ваш вклад в развитие потребительской сферы, пожелания крепкого здоровья, стабильности, дальнейшего служения на благо отрасли и нашего любимого города-курорта Анапа. Специалисты Управления торговли потребительского рынка активно участвуют в жизни города, готовятся к каждому празднику, организуют и участвуют в фестивалях и ярмарках. На рынок курорта привлекают партнеров крупные компании.